Для многих из собравшихся в зале повод проводимого расширенного заседания стал приятным сюрпризом. Уже через несколько минут звучит государственный гимн, а затем президент Рауль Хаджимба объявляет о значимом для Республики Абхазия событии. Обращение записано в посольстве Абхазии в России. Вице-президент Виталий Габния признался, что руководство страны знало немного раньше о том, что Сирийская Арабская Республика признала Республику Абхазия и Республику Южная Осетия. Это произошло в преддверии 25-летия нашей победы, 10-летия признания Республики Российской Федерации. Знаковое для нас событие, с чем и поздравляю весь многонациональный народ Абсен. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове ознакомил с текстом коммюнике, принятом между Сирийской Арабской Республикой и Республикой Абхазия. В тексте коммюнике, в частности, говорится: Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств, что отражает их общее стремление развивать отношения во всех областях. Таким образом, между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой сегодня, 29 мая 2018 года, официально установлены дипломатические отношения, которые будут развиваться и наполняться конкретным содержанием. От лица президента России Владимира Путина, от Министерства иностранных дел Российской Федерации и посольства со знаменательным событием руководство Абхазии и весь народ нашей страны поздравил чрезвычайный и полномочный посол Алексей Двинянин. Сделан крайне важный шаг на пути дальнейшего развития отношений с иностранными государствами по всему миру. Однако в данном случае считаю крайне важным, что признание Республики Абхазия со стороны Сирийской Арабской Республики позволит усилить отношения со всеми государствами Ближнего Востока, где, как известно, и я уже имел честь познакомиться с материалами по данному вопросу, проживает существенная часть абхазо-абазинского народа. Я хотел бы пожелать от лица Российской Федерации дальнейших успехов Республики Абхазия, Министерству иностранных дел Республики Абхазия, лично министру Дауру Вадимовичу Кове дальнейших успехов на этом важнейшем международном для вашей республики направлении. И со своей стороны обещаю, что Российская Федерация, Министерство иностранных дел и посольство Российской Федерации в Республике Абхазия будут и дальше прилагать максимум усилий для оказания экспертного, политического и международного содействия Республике Абхазия. Аман Шаалара. Таким образом, 29 мая 2018 года вошло в историю Абхазии как день признания независимости нашей страны еще одним государством – Сирийской Арабской Республикой. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.